сейчас совсем уже почти преддверие лета, можно сказать. Тепло очень. Надо сказать, относительно сейчас довольно-таки прохладненько. Такой ветерок. Ну, с видом, да, конечно. Очень тепло. Доходит до 30 градусов даже иногда. В среднем 25-28, вот так. Сейчас. Так что вполне по-летнему. Что-то я сегодня не смотрел, но давно не было, чтобы было 1500 по Онтарио. Это очень-очень резко упало. В общем, вакцинация в действии идет.
мы направляемся в русский магазин. Сейчас скоро приедем. Сейчас посмотрим. Почти приехали на эту плазу знаменитую, где Ями Маркет. Сейчас мы туда завернем.
Яр.